Здравствуйте, ребята! Я веду репортаж из своей домашней лаборатории. Для следующего опыта нам понадобится моющее средство, молоко, краски. У меня акварельные, но если есть жидкие пищевые, можно пищевые. Ватная палочка и блюдечко. В блюдечко я налила немного молока. Теперь буду выливать туда наши красители. Оранжевая краска. Голубая краска. Зеленая краска. Фиолетовая краска. И теперь сам опыт. Ватную палочку я макну в сосуд с моющим средством. Это у меня фейри. И теперь я буду делать узоры. Давайте посмотрим. Посмотрите, как убегает свет от капельки средства. Так, убежал и заиграл. Посмотрите, какой у нас живой рисунок, необычный. Так, я еще раз макну. Ну. Вот такой у нас получается узор. Для следующего опыта нам также понадобится молоко, капелька моющего средства, йод и зеленка. В блюдечко наливаем немного молока. Капаем зеленочку. Капаем йод. У нас получилось с вами два пятна вот такого зеленого цвета и цвета коричневого, оранжевого, да, йодового цвета. Теперь я окунаю ватную палочку моющее средство. И будем делать наш живой узор. Посмотрим, что получится. Видите, как убегает? Посмотрите, какой получается необычный рисунок. У нас двигается наш узор. Перемешать. Вот какой необычный узор получается. Он двигается. Сейчас обратите внимание, я буду сжимать сильно палочкой ватной, и вы увидите пузырьки белые. Они убегают, посмотрите. Ребята, напоминаю, что все опыты должны проводить обязательно, только со взрослыми. Посмотрите, как убегают белые шарики. Вот такая химическая реакция получилась при соединении молока, йода, зеленки и капельки моющего средства. Ребята, а вы дома обязательно сделайте опыты или эксперименты, запишите на видео, сфотографируйте и пришлите мне. Всем удачи! До встречи!